За подписью руководителя страны вышел указ о дополнительных мерах по ускоренному развитию предпринимательства в регионе Приоралья. Документ принят в целях обеспечения исполнения задач, определенных в рамках открытого диалога президента с предпринимателями, проведенного в августе текущего года. В ритмах нового периода живут и самые северные регионы страны. Максимально оптимизированные Каракалпакстану и Хорезму программы открывают широкие перспективы в этом плане. На основе определенных конкретных действий, с учетом прежде всего интересов, мнения, забот самих жителей, ускоряется процесс развития предпринимательства с акцентом на увеличение потока привлекаемых в регион Приоралья инвестиций, организацию современных производств, расширение сферы услуг. При этом для каждого района намечены свои точки роста. Усиливается государственная поддержка путем предоставления дополнительных возможностей для реализации даже самых смелых инициатив. Очередным важным шагом в этом направлении стал указ президента о дополнительных мерах по ускоренному развитию предпринимательства в регионе Приоралья. Документ направлен на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Республику Каракалпакстан и Хорезмскую область путем стимулирования организации предпринимательской деятельности и производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также на обеспечение исполнения задач, определенных в рамках открытого диалога руководителя страны с предпринимателями, проведенного 20 августа этого года. Указ предусматривает развитие приоральского региона, то есть наиболее улучшение бизнес-среды, увеличение инвестиционных проектов, вовлечение инвесторов в данный регион. То есть для улучшения жизни населения, в первую очередь, а также для повышение показателей региона, как экономических, так и социальных. С 1 января будущего года до 1 января 2031 года для субъектов предпринимательства в сфере местной промышленности, сельского хозяйства и услуг в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан предусматривается снизить ставку в 1% по налогу на прибыль, налогу с оборота, земельному налогу, налогу на имущество, а также налогу за пользование водными ресурсами. В результате установление ставки в размере 1% позволит оставить в распоряжении субъекта предпринимательства в порядке 5,3 миллиарда сумм. До 1 января 2025 года по новым субъектам предпринимательства, за исключением кластеров, создаваемым в Тупраккалинском, Янгиарыкском, Янгибазарском районах Хорезмской области и осуществляющим деятельность с прохождением регистрации в данных районах, ставки налога на прибыль, земельному налогу и на имущество юридических лиц снижается на 50%. Предприниматели, ведущие свою деятельность на этой территории с 2017 года до 2022 года, два района до 2027 года, освобождены от уплаты налога с оборота, за счет чего организован 45 новых субъектов предпринимательства, в отношении которых в прошлом году применены льготы в общей сложности на 500 миллионов сумм. Также определено освобождение от таможенной пошлины непроизводимого в Республике Узбекистан сырья, материалов, ввозимых ими для потребностей собственного производства, оказания услуг по перечню, формируемому в установленном порядке. Также в Хорезмской области для земельных участков, занятых по новыми садами, виноградниками, а также тутовыми плантациями, льготный период по уплате земельного налога устанавливается 5 лет. В настоящее время данный период составляет 3 года. В 2020 году 56 субъектов предпринимательства в результате применения данной льготы смогли оставить в своем распоряжении в порядке 543 миллиона сумм. С продлением льготного периода на 2 года ожидается, что в их распоряжении останется свыше 1 миллиарда сумм. Для Республики Каракалпакстан стоимость инвестиционных проектов, обеспечиваемых необходимыми внешними инженерно-коммуникационными сетями, за счет средств государственного бюджета устанавливается в размере 50 миллиардов сумм. При этом расходы, связанные с обеспечением внешними инженерно-коммуникационными сетями инвестиционных проектов стоимостью от 50 миллиардов сумм до 200 миллиардов сумм, согласно данному порядку, не должны превышать 20% стоимости данных проектов. Для 98 махалей в Хорезмской области, отстающих в развитии с высоким уровнем безработицы, в течение 2022-2026 годов в рамках программ развития семейного предпринимательства намечается выделить кредитные средства в размере 200 миллиардов сумм в целях внедрения системы работы Махалябай. Выделение данных средств предусматривает развитие предпринимательской деятельности или, в частности, семейного предпринимательства на 2022-2026 годы. Кроме этого, Хорезмской области предусматривает выделение 50 миллиардов сумм негосударственным, некоммерческим организациям, занимающимся вовлечением населения предпринимательскому деятельности и их обучению. И также 150 миллиардов сумм на развитие
инфраструктурных проектов именно в Хорезмской области. С 1 января 2022 года до 1 января 2027 года внедряется порядок возмещения агентством продвижения экспорта 50% расходов транспортировки железнодорожным транспортом субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в регионе Приоралья, связанных с доставкой из других регионов республики оборудования и техники, необходимых для строительства предприятий, а также поставкой в другие регионы республики произведенной ими продукции с высокой добавленной стоимостью. В полном объеме транспортных расходов, связанных с транспортировкой до Каспийского моря при осуществлении ими экспорта. Возмещение транспортных расходов – важный шаг в дальнейшей поддержке предпринимателей, ведущих свою деятельность в регионе Приоралья, ускорении процесса экспорта продукции. Сэкономленные средства послужат развитию их деятельности по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. А полное возмещение расходов до Каспийского моря значительно повысит экспортный потенциал данных предприятий. В двухмесячный срок намечается принять меры по созданию в установленном порядке 45 новых малых промышленных зон в республике Каракалпакстан и 40 в Хорезмской области. Итак, Приоралье, территория, о которой говорят в основном с точки зрения сложной экологической ситуации, уверенно меняет имидж. И это начало глубоко продуманного созидательного процесса, который дает понять главное. Нет ничего невозможного, когда есть реальная цель.